отойди подальше. Ладно, настраивай. Джентльмены, дамы и господа, товарищи и товарки, друзья и друзики, сэры и сеньориты. Я не пою песен, не читаю стихов, не играю на гитаре. Я рассказываю и показываю анекдоты. Ну что, дамы и господа, давайте познакомимся. Перед вами выступает артист разговорного жанра. Единственный из комаров страны Сергей Чудин. Коли здесь маленькие дети, начнем с детского юмора. По сцене не ходить! Короткий детский юмор. Бабушка, вы живете возле железнодорожного вокзала? Да-да-да-да-да-да-да. Мужчина, вы живете возле центрального стадиона? Да-д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 а. Женщина, вы живете возле кладбища? Да-да-да-да. Девочка, ты живешь возле ипподрома? И... Старый добрый дебильный еврейский анекдот. Тук-тук-тук, кто там, а там кто? Изя паршивец, иди сюда, снимай штаны, я тебе морду набью. Зачем ты бросил дяде Грише кирпич на голову? Мама, я больше не буду. А ему больше и не надо. Скажите, вы евреев на работу берете? Да, берем. А где вы их берете? Скажите, вам нужен начальник отдела кадров? Нет, не нужен. Так нахрена вы его держите? Нормальный Рабинович пришел устраиваться на работу. Скажите, у вас евреи работают? У вас евреи не работают? Какое счастье! Возьмите меня на работу. Рабиновича взяли на работу. Проходит день, два, три. Рабинович сидит, читает газету, ничего не делает. Смотрит телевизор. Директор подходит. Рабинович, я за вами третий день наблюдаю. Вы сидите, читаете газету, ничего не делаете. Почему? Такими же сами сказали, что у вас евреи не работают. Короткий больничный юмор. Доктор, я умру, конечно. Доктор, я буду жить. А смысл? Доктор, ну жить-то я буду. Жить будете, но хреново. Пациент, сколько вам лет? Скоро будет 40, какой самонадеянный. Ну что, продолжим дальше. Я вижу здесь молодые люди. Как вас зовут, девушка? Алла, хорошо, что не Элла. Аллочка приходит домой и говорит, мамочка, я замуж собралась. Ты что, с ума сошла? Мам, ну я же ненадолго. На следующий день Аллочка приходит домой и говорит, мама, ну его нафиг этого, как тебя зовут? Ну стойте, ребят. Ну его нафиг этого, Игорь, я за него замуж не пойду. Ты что, Алла, ты прекращай пугать маму, замуж она не пойдет. Чего ты взяла, что ты не пойдешь замуж? Да ну, мам, мне кажется, что он алкоголик. Ты чё вдруг он какой? Мам, когда он вот так вот нагло меня к себе близко прислоняет, у меня такое ощущение, что у него в кармане бутылка. Аллочка, большая бутылка. Мам, ну примерно 0,7. Глупая! Выходи замуж и не задумывайся. А то я, дура, всю жизнь с чекушкой прожила.